вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Вот уже пятый раз в этом году мы с вами встречаемся, уважаемые любители песни, здесь, в концертной студии Останкино. И должны сказать, что уже достаточно много известных артистов выступило в наших программах. И прозвучало немало песен, о которых очень тепло отозвалось наше большое зрительское жюри. Однако жюри отметило и другой факт. В каждой передаче нашего фестиваля мы знакомим вас с новыми именами. Вот и сегодня концертную программу открывает, как мы часто говорим, дебютант нашего фестиваля. Итак, новое имя — Наталья Грозовская. Она исполнит песню Владимира Бойко. Песня называется «Зимний вечер». Наталья Грозовская. Может, все это нам приснилось.